самый несчастный король на свете. И когда только закончатся мои мучения? Наверное, никогда. Ну не расстраивайтесь так, ваше величество. Голубчик вы наш сердечный, поникли совсем, исхудали. Вот, откушайте. Повара старались, напекли, нажарили. Приятного аппетита, ваше величество. Спасибо, милочка. А вы кто будете? Я воспитатель, в детском саду работаю. Ой, милочка, вы как раз мне и нужны. Да. Только вы сможете мне помочь. Я вам подарю полкоролевства. Если вы поможете мне воспитать мою единственную дочь. Я поняла, о ком вы говорите. О, и здесь ее знают. Я уговариваю нашу голубушку переодеться. Нельзя же в таком виде в школе появляться. Сразу засмеют. Ой, доченька, ну так же нельзя, моя хорошая. С тобой же играть даже в школе никто не будет. Хорошо. Тогда я с собой возьму няню и игрушки. Няню и игрушки? А зачем они в школе? Странно. Игрушками я буду играть. Няня за меня домашнюю работу будет делать. Ой, начинается. Но я думаю, ребята, нужно королю помочь. Мы сейчас устроим кастинг на самого лучшего педагога. Всех педагогов видеть я здесь рад. Итак, встречайте, наш первый конкурсант. Миша интеллект вам поможет прожить, ведь с математикой нужно дружить. Кастинг посчитать, налоги собрать, кризис дать. Достойно вам миновать, хотел бы много я вам рассказать. Достаточно, достаточно. Вы нас вполне устраиваете. Ну что вы, папа, надо дальше смотреть. Ведь конкурс разгарит, и там кто-то есть. Кто ж там есть? Сейчас посмотрим. Уж ваши манеры, принцесса, берите с меня ли вы ж только примеры. Методик так много у вас развелось, но видеть мою вам, увы, не пришлось. Я ловкости, меткости вас научу, стрелой, как рогаткой, стрелять научу. Являться, дразниться. Зачем вам, принцесса, эти книжки читать? Постойте! Да-да. Мне нравится тетенька эта. У меня очень хорошая методика. Послушай-ка, дочь моего, ты совета. Мечтал для тебя я совсем не об этом. Нельзя. Я многому могу научить. Наш конкурс продолжается. И следующая конкурсантка приглашается. Где конкурс? Где люди? Телевидение где? Наш конкурс в разгаре. Вы нравитесь мне? Представьтесь, мадам. Прокетбок. На конкурс пришила я. Плюшки пекла. Ваше Величество, прическу творила, всю ночь не спала. А где камеры, свет? Где прожектора? На сцене стою я, сбылась моя мечта. Здесь конкурс у нас, претендентов не счесть. Ну что? Что можете вы предоставить нам здесь? Вот плюшки, хозяйство, дворец приберу. Воспитанную девочку быть научу. Мы с ней все передачи будем смотреть. И день ото дня будет принцесса уметь.
прекрасно. Мне нравится, тетенька, это. Девочка моя. И мне ничего. И мне ничего. Только дело не в этом. Здесь все хороши. И манеры, и ловкость, и точность наук, хозяйский расчет, и вкусные плюшки, хозяйственный учет. Вот если бы это все вместе сложить, в одном педагоге бы все воплотить, было бы прекрасно, я так думаю. Научилась культуре и прекрасным манерам. После встречи со мною вы идеал. Уважаемая Мэри Поппинс, наша дочь не поддается никакому воспитанию. Мы уже не знаем, что с ней делать. Помогите нам, пожалуйста. Да, это как раз моя работа. Я готова перевоспитать вашу капризную принцессу. Уважаемый король, а найдется ли в вашем королевстве свободная комната? Конечно, конечно, найдется. Мы проводим вас, доченька, вставай.